Для подключения сторонних FM-устройств вам нужно будет заменить крышку стандартного блока элементов питания Sonet на FM-крышку Sonet. Снимите крышку стандартного блока элементов питания. Убедитесь, что замок крышки находится в положении «Открыт». Если он находится в положении «Закрыт», воспользуйтесь отверткой, которая поставляется с вашим комплектом Sonet, чтобы повернуть замок против часовой стрелки в положение «Открыт». Надвиньте FM-крышку блока элементов питания на корпус. Никогда не прилагайте чрезмерного усилия. Воздуховоды крышки блока элементов питания должны быть на стороне разъема для подключения кабеля передатчика к блоку управления. Вставьте свой трехштырьковый FM-приемник в FM-порт. Следуйте инструкциям производителя по управлению FM-системой. Sonet обнаружит акустические сигналы автоматически, как только FM-система будет активирована.